Мне пришел на нашу встречу. Сегодня мы будем... Меня зовут Оксана Верещага. Я живу в городе Новограде-Волынском. Это Украина. И работаю по всему миру. Если вы хотите работать по всему миру, это один из вариантов. Сегодня мы с вами будем говорить о самом выгодном путешествии, самом интересном путешествии, самом насыщенном, и который раскрывает кругозор максимально по всему миру, это круизы, это отдых на круизных лайнерах. Сегодня мы будем говорить о том, как за 5 лет объехать весь мир, как путешествовать дешевле, как путешествовать, не заплатив ни копейки. Также мы с вами будем говорить о том, что такое круизный клуб и как стать членом и партнером нашего круизного клуба. Также мы будем рассматривать, как можно с круизным клубом нашим зарабатывать. И также мы рассмотрим, каким образом вы можете создать свой собственный бизнес в этой сфере, в туристической сфере. Ну и для самых таких активных сегодня будет акция, вы сможете воспользоваться очень хорошим предложением. Итак, начинаем. Я партнер круизного клуба с июля прошлого года, то есть это уже год и несколько месяцев. Я пришла сюда для того, чтобы путешествовать, потому что мне это нравится, и мне нравится еще иметь свой бизнес, который не будет зависеть от кого-то, а будет зависеть от меня. И мне нравится, когда передо мной открываются перспективы, и я могу видеть, что сегодня я зарабатываю столько, завтра я зарабатываю в 2 раза больше, а послезавтра зарабатываю в 4 раза больше. Кому это интересно, поэтому сегодня мы об этом будем говорить, и я поделюсь с вами опытом и расскажу о тех успешных уже наших партнерах, которые за последние 3 года существенно улучшили свои финансовые положения. Это для кого будет интересны финансы. И для тех, кто мечтает путешествовать вот на таких белоснежных лайнерах, я сегодня максимально расскажу о том, насколько это очень интересный отдых, и ничего подобного в мире нету, чем круизный отдых. Раньше имели возможность путешествовать только богатые люди. Сегодня, благодаря нашему клубу, который является единственным в мире, есть возможность путешествовать по всему миру по ценам, которых нет нигде. Таких цен, как есть в нашем клубе, нет нигде. Этим наш клуб уникальный, этим наш клуб эксклюзивный, единственный в мире. Итак, круизный клуб «Инкрузис». У нас можно путешествовать дешевле, у нас партнеры наши имеют возможность путешествовать бесплатно, и также можно зарабатывать с круизным клубом. Круизный клуб, миссия этого круизного клуба – обеспечить круизами миллионы людей со всего мира по доступным ценам и даже с возможностью зарабатывать доход. Потенциал огромный, круизный клуб только набирает обороты. И если посмотреть на то, какие обороты проходят в мире по именно круизному туризму, это 70 миллиардов долларов в год, и более 30 миллионов людей ежегодно путешествуют на круизном отдыхе. Создал наш круизный клуб Майкл Хатчесон. Человек очень неординарный, очень деловой такой, который имеет опыт, который имеет известность, который раньше помогал другим компаниям выходить из банкротства, в преуспевающий человек, который умеет делать бизнес. И вот он мечтал создать свой личный бизнес, и когда он посмотрел на рынок, он сказал, что именно я хочу заниматься круизным отдыхом, потому что это очень элитно, это очень красиво, это очень престижно. И пусть многие-многие люди тоже имеют возможность прикоснуться к этому виду отдыха. Он собрал команду, и у него сильная команда, которая позволяет развивать круизный отдых очень большими темпами. Майкл Хатчесон является наставником Тони Робинсона. Она будет выступать. Простите, я не увидела. Скажите, пожалуйста, где Люба? Люба будет выступать в пятницу. Кстати, вот Люба очень хорошо рассказывает о круизах, поэтому вам очень рекомендую в пятницу присоединиться к нашей презентации, которая будет в 21:00 по Киеву. Поэтому присоединяйтесь. Мне очень нравится, как она рассказывает.
Кстати, она вот буквально на следующей неделе, Люба, если я не ошибаюсь, да, ты уезжаешь в свой первый круиз. И когда она приедет с круиза, она поделится своими эмоциями. Да. Майкл Хатчесон является наставником Тони Робинсона, может быть, кто-то знает. Тони Робинсон, в субботу вы выезжаете, окей. Наставником Тони Робинсона. На сегодняшний день это спикер, это мотиватор, который позапрошлом году на Москве выступал, и на его лекциях было 25 тысяч человек. Но в свое время Тони Робинсон, он был банкротом, и именно в партнерстве с Майклом Хатчесоном Майкл Хатчесон помог подняться до таких высот. Кроме этого, Майкл Хатчесон, у него есть книги, которые он пишет, которые продаются на eBay. Кроме этого, он выступает на американском телевидении. То есть этот человек известный, он видимый. Это не так где-то человек. И я с ним имела такой шанс в Санкт-Петербурге, когда была, я была на семинаре и лично видела Майкла Хатчесона, мы на корабле по Неве плавали и танцевали даже. То есть я знаю этого человека лично. Человек невероятной энергии и невероятной энергетики, такой человек успешный, успешный по жизни. Он рассмотрел рынок и увидел, что с каждым годом все большее количество людей путешествует именно круизными путешествиями. И все больше и больше людей, именно поэтому он рассмотрел преимущество и посмотрел перспективу, он ее просчитал, и он теперь предлагает через свой клуб возможность путешествовать по всему миру со всех стран. В нашем клубе 186 стран, уже есть участники нашего клуба, то есть мы по всему миру, и в Америке, и в Австралии, и в Японии, и, господи, и в Аргентине, и в Украине, и в России, и в Беларуси, и в Казахстане, то есть во всех странах, это 186 стран, есть наши члены клуба, которые путешествуют по всему миру благодаря нашим возможностям. За ближайшие несколько лет, с 18 по 26 год, будет построено 97 новых лайнеров, в которые будет вложено 53 миллиарда инвестиций. И почему это так происходит? Потому что 82% туристов возвращаются в круизы и путешествуют снова и снова. Поэтому рынок насыщается, поэтому строятся новые лайнеры. И круизный бизнес, он показывает, что в Америке 20% людей путешествуют, в Европе 10% людей путешествуют круизным отдыхом, и только 2% это весь остальной мир. То есть рынок не насыщен, и если он не насыщен, это говорит о том, что мы одни из первых, кто начинает путешествовать. И если вы присоединяетесь как партнеры, то вы одни из первых, кто начинает развивать этот бизнес, а в любом бизнесе очень важно прийти одним из первых, потому что все, кто придет потом, рынок будет насыщен. Поэтому, если вы мечтаете иметь собственный бизнес, это очень хорошая возможность. Американский клуб, он был зарегистрирован в Америке в 24 августа 2015 года, и начало публичной деятельности началось 16 января 2016 года. Ей имеет все необходимые лицензии, имеет все необходимые сертификаты. Он приравнивается к таким компаниям, как Amway. Я думаю, вы об этой компании слышали, которая 60 лет на рынке. Это говорит о надежности. Американское законодательство – это не офшоры, это очень серьезно. Для того, чтобы там открыть компанию, там нужно пройти очень многие проверки и лицензии и действительно по-настоящему зарегистрировать компанию. И такие компании, как Гербалайф, которая 39 лет, как GNS 10 лет, и нашему круизному клубу 3,5 года. И поэтому мы только-только, мы еще маленькие, но мы с каждым годом и с каждым месяцем все больше и больше вырастаем. На сегодняшний день членов клуба 80 тысяч, возможно, есть уже новая цифра, последнюю цифру, которую я слышала, это 80 тысяч людей по всему миру, членов клуба. Сотрудничество. Добрый вечер, Мила.
Сотрудничество с КЛИА, то есть мы являемся почетным членом ассоциации КЛИА, это очень серьезная международная организация, которая работает с 1974 года. Она является контролирующим органом всех круизных линий, и мы, так как мы являемся круизным клубом, мы также подконтрольны этой организации. Для того, чтобы стать членом этого клуба, нужно было выполнить тоже ряд условий, что благополучно выполнить Майкл Хатчесон, как основатель нашего клуба, и мы являемся вот почетным членом этой организации. Это очень важно для того, чтобы показать, что мы настоящие, что мы очень серьезная организация. Кроме этого, наш клуб имеет 5 лицензий Seller of Travel в Калифорнии, Флориде, Айова, Гавайи, Вашингтон, в Америке. Наша исполнительная команда никогда не участвовала в коммерческих судебных процессах, хотя наш генеральный директор является инвестором, предпринимателем в нескольких бизнесах. Он никогда не терял свои собственные вложения и не терял средства своих партнеров. Это говорит о надежности нашего руководства. Это очень важно, кто стоит у руля. То есть человек, который умеет организовывать бизнес, который умеет развивать, контролировать, который умеет выводить компании из банкротства, это говорит о том, что мы в надежных руках, то есть человек умеет делать бизнес, и он ни в коем случае не допустит того, чтобы что-то произошло как-то не так. Это надежная компания и надежное место, где мы с вами и путешествуем, и одновременно зарабатываем. Мы имеем возможность покупать круизы у 16 круизных линий. 16 круизных линий в нашей базе, 5000 круизов, которые мы можем выбрать по всему миру. Это такого нет нигде, и это наша изюминка, это наше преимущество на рынке. Такие компании, итальянские компании, голландские компании, норвежские, американские, то есть здесь по всему миру есть круизные линии. Вот мы видим компанию Disney Cruise Line. Это очень, наверное, кто-то мечтает просто попасть в эту сказку Диснейленд. И я в свое время мечтала. И вот постепенно эти мечты можно здесь осуществить. Поэтому если вы мечтаете о чем-то таком фантастическом, здесь это все можно осуществить. Когда вы заходите в нашу базу и видите 5000 круизов, вы можете заказать абсолютно любой круиз. У вас будет вот такая квитанция бронирования. Вы без посредников, без переплаты можете заказать себе любой круиз, который вы захотите. И вот таким образом выглядит наша бронь на наши круизы. Почему клуб фокусируется только на круизах? Потому что это самый лучший отдых, и это я вам сейчас об этом расскажу подробнее. Когда мы заходим на лайнер, на лайнере у нас будет своя каюта, и каюта выглядит, наша каюта – это то место, где наши вещи будут путешествовать с нами по всему миру, где бы мы ни путешествовали. Каюты бывают 4 видов, они бывают внутренние, без окна, это самый бюджетный вариант. Есть с окном, есть с балконом и есть свита. Это такая каюта, где есть отдельно спальня и отдельно гостиная. Или это могут быть двухэтажные такие номера. В этих комнатах есть все необходимое для того, так как в гостиничном номере есть туалетные принадлежности, то есть душевая, есть столик, сейф, телевизор, холодильник, трюмо, фен, телефон. То есть есть все необходимое для того, чтобы комфортно себя чувствовать. Ну, конечно, мы в каюте не живем, но все равно, когда мы приходим в каюту, мы себя очень комфортно чувствуем. Питание. Питание 3 раза в день, все включено. Во-первых, питание, все включено. Вам не надо будет тратить деньги на питание. Это, значит, 3 раза в день есть возможность пойти в ресторан. И в ресторане вы имеете свой столик, вас обслуживает официант, он приносит
меню, в меню нет ценника, вы выбираете столько блюд, сколько вы хотите попробовать, вы чувствуете себя очень комфортно, в ресторане особая атмосфера, особый дресс-код, в ресторане мужчины ходят в рубашечках, в брюках, женщины одевают вечерние красивые платья, одевают бижутерию, и вот эта элегантность, это вот этот красивый такой вид, когда вы путешествуете, и в то же время вы не туристы, а вы вот так вот комфортно путешествуете и кушаете, это чувствуешь себя вот как король, королева и очень особые персоны. Кроме этого, если вы проголодались, в течение дня можно пойти посетить шведский стол, круглосуточно шведский стол, где вы можете перекусить, если там есть и мороженое, и бутерброды, и есть отдельно фрукты, и есть нарезки, сыры, копчености, морепродукты и так далее. Очень шикарно и все, и очень много. Кроме этого, я видела, как на ролике показывали, как, знаете, такая комната, и в этой комнате стоит 200 разных тортов, различных тортов, шоколадные, фруктовые, слоеные и так далее, 200 тортов. И вы можете подойти и сказать: дайте мне, пожалуйста, вот тот кусочек, тот кусочек, тот кусочек. И все это вы можете кушать, и это все входит в стоимость, которую вы оплатили за этот круиз. И вы можете наслаждаться питанием неограниченное количество, и вы никогда не будете голодны, вы всегда можете вкусно покушать, потому что на лайнерах обслуживают самые лучшие повара мира. Туда приглашаются только самые лучшие повара, потому что это эксклюзивный отдых, это элитный отдых, поэтому туда приглашаются только самые лучшие специалисты и самые лучшие повара. Если говорить про отдых, давайте мы немножко поговорим про отдых, потому что отдых – это вообще отдельная информация, отдельный блок, о котором можно говорить долго, потому что здесь очень много всего, и это тоже все входит в стоимость нашего круизного отдыха. Какой отдых? Вот если, например, лайнер имеет 10, 15, 20 палуб, на каждой палубе свои развлечения, вы видите, вам дается такая карта, на этой карте написано, что вот на этой палубе вы можете иметь, развлекаться вот так вот, а на этой палубе вас ждут такие развлечения, а на этой палубе вас ждут такие развлечения, а на этой такие развлечения. И посмотрите, какие развлечения могут быть на палубах. Это может быть гольф, это может быть футбол, это может быть теннис, фитнес-центр, ледовый каток, аэротруба, серфинг, скалодром, видите, да? То есть это все включено. То есть вы можете неограниченное количество, вы можете сейчас пойти туда отдохнуть, в другой момент вы можете другой момент. То есть там даже во время, вот если даже вы отдыхаете 8 дней, вы не успеваете весь лайнер обойти, потому что кроме того, что вы будете отдыхать на лайнере, вы еще каждый день будет корабль заходить в какой-то порт, и вы заходите посмотреть еще город, в который заходит порт. Это может быть Рим, это может быть Барселона, это может быть Пальма-де-Майорка, это может быть Генуя, это может быть любая страна, в которую вы, Дубай, куда заплывает наш корабль. Все эти города вы можете сойти на берег, но это корабль нас ждет, и целый день вы можете посмотреть город. Но а когда вы находитесь на корабле, вас ждет тоже масса разных развлечений, и вы тоже без ограниченного количества времени можете развлекаться. Есть бассейны на воздухе, есть лежаки, джакузи, сауна, спа, казино. Есть duty-free магазины. Кстати, в последний день вашего путешествия в duty-free магазинах, как правило, распродажи, там за 10% даже можно купить разные товары. Поэтому, когда вы едете в круиз, Любушка, сберите с собой деньги, и в последний день в duty-free вы сможете покупить за очень хорошие цены. Юлечка, привет! То, что вам понравилось. На корабле есть цирк, театральные шоу, танцевальные мастер-классы, белые вечеринки. Белая вечеринка – это когда весь корабль, представляете, когда 2, 3, 4, 5, 6, 7 тысяч людей на корабле одеваются в белые одежды, например, белое платье, белые брюки и рубашка, белые шорты, белое. И весь корабль в белом. И это такое действие, когда много музыки, когда много эмоций. Да, я уже все узнала, да, Люб.
когда весь корабль вот отдыхает, наслаждается, много позитивных эмоций, и даже вот время проходит очень быстро, вы не успеваете понимать, что это действительно так быстро время проходит, и вы так много всего могли почувствовать и отдохнуть, и разных развлечений. Да, Даниил, это класс. Есть детский отдых. Детский отдых – это, опять же, есть для них специальные горки, специальные бассейны, специальные развлечения. Для них есть специальные детские клубы, специальный обученный персонал, который, например, если родители решили пойти, сойти на берег и пойти посмотреть Рим, то в это время ваши дети могут пойти в клуб, детский клуб, и там специалисты, да, профессионалы своего дела, они будут развлекать детей, они их будут всячески развлекать, их будут придумывать мастер-классы, различные лепки, какие-то игры. То есть дети, они, им очень интересно, они даже не хотят идти с родителем смотреть Рим, потому что им в клубе очень интересно. Кроме этого, вот я сейчас вам показываю разные слайды. Если вы видите эти слайды, то вы увидите, что здесь есть вот такие вот развлечения, да, вот такие трубы летящие. Это для тех, кто любит экстрим. Есть такой на корабле «Мировилия» компании MSC, есть такой цирк «Дюсселей», это очень известный цирк, это он приравнится вот к Бродвею, да, вот, вот, то есть он такой очень известный, очень весомый, и побывать на нем, конечно, это стоит. Я вам хочу сказать, что просто отдельно развлечение стоит достаточно много денег, правда? Не говорить о том, что у нас питание включено, не говорить о том, что мы каждый день видим какую-то новую страну или новый город, то есть настолько интересный, насыщенный получается у нас отпуск, что это не приравнивается к тому отпуску, когда ты приезжаешь, например, в Турцию, видишь и ищешь, каким образом себя развлечь. Здесь настолько это все насыщено. Сейчас на воду спустили вот новый корабль, и есть мототрек, видите, вот такие вот машинки, мототрек. Есть скалолазание, да, вот кто хочет попробовать себя полазить по скалам. Есть вот такие аквапарки с различными развлечениями, есть ледовые комнаты. Есть вот такая капсула, когда вы в эту капсулу садитесь, и над кораблем вы можете осмотреть окрестности корабля, море, океан, вы можете насладиться красотами уже над самим кораблем, в этой капсуле. Машинки, да, вот, то есть масса развлечений. Корабли все разные, они отличаются между собой, поэтому, когда вы будете заказывать, обязательно обращайте внимание, какие туда входят развлечения, какие развлечения вы бы хотели посетить. Ну и, конечно же, если в этот раз вы поехали на одном корабле, имели одни развлечения и одни страны, одни города, то на следующий раз вы уже себе планируете в другую сторону, на другой корабль, другие развлечения, другие города. И таким образом, за несколько лет, посещая 2-3 раза в год, вот наши члены клуба 2-3 раза в год ездят в путешествия, 5, 8, 14 дней, 18 дней, 20 дней, и таким образом можно посетить очень много стран, очень много городов. Это наши путешественники, это наши фотографии наших членов клуба, которые путешествуют и уже не один раз, а по 2-3 раза в год. И за короткий промежуток времени, то есть вот подсчитано, что за 5 лет можно, в принципе, объехать весь мир, если вот так вот 2-3 раза в год путешествовать. А мир же наш огромен, да, есть Америка, есть Южная Америка, и Северная, есть Австралия, есть Африка, есть Индия, есть Япония. То есть настолько интересный наш мир. Вот как раз нашим круизным клубом открываются вот эти все широты, и теперь мы можем видеть, насколько прекрасна наша планета. А с каждого путешествия, когда приезжаешь, наполнен и под впечатлением, и жизнь кажется намного совершенно другой, чем когда мы находимся просто на одном месте и ходим на работу. Что такое членство с нашим клубом? Давайте немножечко я расскажу о нашем членстве в нашем клубе. Наши члены клуба имеют возможность, значит, смотрите, друзья, вы можете зарегистрироваться уже сегодня. Вы регистрируете, берете ссылочку того человека, который вас сегодня пригласил, регистрируетесь на нашем сайте нашего клуба, и вы заходите в свой кабинет, и у вас открывается 5000 круизов, которые уже сегодня вы можете посмотреть, куда бы вы хотели поехать, что бы вы хотели увидеть.
Какие бы страны вы бы хотели посмотреть, сколько дней, сколько это стоит, вы все это можете увидеть. Уже регистрируйтесь сегодня, заходите в кабинет, и все это у вас откроется, все это вы увидите. Там вот будет такая картинка, то есть вы будете видеть такой группы, да, на стран, например, Аляска, Азия, Австралия, Канада, Карибы, Средиземное море, Балтика, греческие острова и так далее, и так далее. То есть вы будете опускаться и видеть разные группы. И вот когда вы нажимаете, например, на Средиземное море, вы увидите, что, например, вот такой круиз. Кстати, вот мне бы очень интересно было бы спросить, если вы не знаете, сколько стоят наши круизы, вот я вам рассказала о таком круизе, как вы думаете, сколько они стоят? Вот вы успеете написать мне или нет, но вы сами подумайте, сколько мог бы стоить такой круиз? Вот сколько денег он может стоить? Смотрите, я вам показываю пример, что примерно 7 дней компания MSC, Фантазия, корабль называется Фантазия, на 7 дней он стоит $399. Скажите, пожалуйста, это дорого? Это фантастическая цена, это просто фантастическая цена, потому что когда ты приезжаешь просто, я говорю, в Турцию, да, или в Египет, неважно куда, ты не можешь насыщаться таким количеством отдыха и такого качества отдыха. А за такие деньги можно поехать не в Турцию, а можно поехать в круиз и увидеть несколько стран и совсем по-другому отдохнуть. Поэтому мы хотим об этом рассказывать своим знакомым. Мы просто кричим об этом, что, друзья мои, Турция – это хорошо, но попробуйте круиз, и вы никогда от него не откажетесь. Что означает быть членом нашего клуба? У нас действует система, накопительная система. Вам не надо брать, вот знаете, $1000, идти покупать круиз. Вы каждый месяц откладываете по $100 в своем же кабинете. Вы зарегистрировались, у вас есть свой кабинет. Вы в своем кабинете откладываете по $100 с вашей карточки. И на каждые $100 вы получаете сразу, моментально $200 круизных. И накапливая каждый месяц вот эти круизные доллары, вы потом за эти круизные доллары покупаете себе круиз. Самое интересное, что если бы эти деньги лежали бы дома, первое, вы положили $100, вы бы имели $100, вы положили $500, вы бы имели $500. А вот если вы в своем кабинете в круизном клубе ложите своих $500, вы получаете $1000. Ни один банк вам не даст такие проценты. Это первое. Таким образом формируется 50% скидка на наши круизы. Второе. Если мы дома откладываем деньги, есть риск того, что наши деньги пойдут не по назначению. Да? То есть мы их потратим на какую-нибудь покупку, которая не планировалась, но вот лежали деньги, и она ушла. Эти деньги, они пойдут только на ваш отдых. Вы их собираете, и вы поедете. Это гарантия того, что ваш отпуск состоится. У нас есть три варианта регистрации с нашим клубом. Первый вариант – это когда вы становитесь членом клуба, регистрируетесь, накапливаете каждый месяц по $100 в своем кабинете, и потом собираете денежку, покупаете свой круиз и едете в круиз. Второй вариант. Если вам понравилась идея заработка, вы можете купить в клубе лицензию, она стоит $195 на год. На год, на целый год $195, и вы можете рассказывать об этом виде отдыха и можете сделать свой личный собственный бизнес в этом направлении. И третий вариант – все вместе, когда вы хотите сами увидеть весь мир, путешествовать, и одновременно вы хотите об этом еще рассказывать и создать на этом свой бизнес. Это у нас есть три таких варианта. То есть, с одной стороны, вы можете быть либо туристом, либо вы можете быть партнером. Турист просто каждый месяц откладывает $100 на свой счет, получает 200 круизных и едет в путешествие. VIP-партнер точно так же откладывает по $100 каждый месяц, покупает лицензию за 195, то есть 195 плюс 100, VIP-партнер при регистрации он вкладывает $295 первый месяц и все последующие месяцы просто откладывает себе по $100 на свой счет, накапливает свои круизные доллары для того, чтобы поехать в круиз. И в этот же момент можно уже рассказывать своим друзьям о том, что можно присоединиться к нашему клубу и тоже ездить с 50% скидкой на все направления в круизы по ценам, которых нет просто нигде. Зоечка, презентация занята.
Да, потом. Потом я ссылочку сброшу на запись, будет запись. Извините, пожалуйста. Смотрите, член клуба, то есть турист, он откладывает каждый месяц по $100, и на каждые $100 он получает 200, да, то есть если вы стали туристом, вы себе откладываете по $100, и таким образом за год у вас будет $1200 вложенных, а 2400 на счету. Но не обязательно вам ждать целый год. Например, вы несколько месяцев насобирали себе круизные доллары, и вы можете уже там на третий, четвертый, пятый, шестой месяц, любой месяц вы можете уже купить, накопить на отдых и, да, накопить, и накопить на отдых и потратишь, да. Да, было такое. Вы накапливаете круизные доллары, и в любой из месяцев, когда вы, вот, например, купите себе круизные доллары, и тут вы видите классный круиз, и вы его покупаете, и можете дальше продолжать круизные доллары накапливать уже на следующий круиз. Не обязательно по $100, можно больше или меньше. Нет, правило клуба, что только по $100. Мы не можем отложить $200, мы не можем отложить $50. Мы, когда становимся членами нашего клуба, у нас нет членских взносов. Единственное, что мы делаем, мы откладываем вот эти $100 на свой же счет для себя же, для своего же круиза. Только $100. В первый год членства мы можем использовать 60% от накопленных круизных долларов. То есть, например, 5 месяцев вы накапливали по $100. То есть вы накопили 500, вложили в свой круиз $500. На счету у вас $1000. А использовать вы можете 60% от 1000, то есть 600. То есть вложили 500, использовать можете 600. А 400 идет уже на ваш следующий круиз. То есть уже на следующий круиз у вас уже есть $400. На второй год вы можете использовать 70% накопленных средств, на третий год 80%, на четвертый год 90% и на пятый год 100% вы можете использовать накопленные круизные доллары. Теперь вопрос. Хотели бы ли вы поехать в путешествие бесплатно? И что для этого надо сделать, да? Хороший вопрос. Что для этого надо сделать? И второй вопрос. Хотели бы ли вы зарабатывать? Вот поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы вот подружились с нашим чатом, кто бы хотел поехать либо бесплатно, либо зарабатывать. Значит, единичка – это бесплатно, два – зарабатывать. Если и зарабатывать, и бесплатно, поставьте и один, и два. Один и два, Татьяна, Любовь. Один и два. Да, почему бы и нет, да? И путешествовать бесплатно и зарабатывать на этом. Смотрите, для того, чтобы поехать в путешествие бесплатно, необходимо, да, Юля, один и два, необходимо пригласить наш клуб 5 человек. Вот так просто. Пригласив в наш клуб 5 человек в свое путешествие, вы поедете бесплатно. Фантастика! Но такого предложения просто нет нигде. Такое предложение есть только в нашем клубе, друзья мои. Как только вы пригласили 5 человек, вам вручается вот такой сертификат безоплатного члена, да, free membership, и вы имеете возможность теперь уже не вкладывать каждый месяц $100 на свой счет, а за то, что вы пригласили 5 человек, каждый месяц на свой счет вы будете получать 200 круизных долларов. Каждый месяц за то, что вы пригласили 5 человек в клуб, каждый месяц вы будете получать 200 круизных долларов. Каждый месяц. И в течение года вы получите 2400 круизных долларов. Вы берете этих 2400 долларов, вы член клуба, и вы можете с собой взять свою семью, своих родных, своих друзей и на эти деньги купить круиз на четверых, например, и все вместе отправиться в путешествие. Таким образом, путешествие может быть бесплатным не только для вас лично, но и для всех членов вашей семьи. Сейчас я расскажу о том, как вы можете зарабатывать.
У нас есть два вида долларов. У нас есть круизные доллары, которые тратятся только на круиз. И вторые доллары, которые мы получаем на ту карточку, которую мы называем зарплатной. Эту карточку, когда вы проплачиваете свою лицензию, вы получаете на свою почту, почта адресная, да, там, где вы живете, в той стране, где вы живете, вы указываете адрес, и по вашему адресу приходит в конверте американская карточка, на которой вы будете получать зарплату с вашим именем. Значит, у нас есть круизные доллары, которые мы тратим только на круизы, и у нас есть карточка, на которую мы получаем все вознаграждения в долларах. Наши доходы нам начисляются в долларах, в американских долларах. Если вы приглашаете человека, который хочет путешествовать с нашим клубом, пользоваться нашей базой, пользоваться всеми нашими привилегиями нашего членства, то когда вы приглашаете члена клуба, вы зарабатываете за каждого приглашенного члена клуба $20. Вы пригласили человека, человек зарегистрировался, вы получили $20 на свою карточку. Вы снова пригласили человека, снова получили $20. И этот вид дохода будет зависеть столько, сколько вы пригласите, столько вы заработаете. Ваш доход будет зависеть только от того, как вы будете работать, как много вы будете работать, как интенсивно вы будете работать, и будет зависеть полностью от вас. Хотите заработать $100, вы их заработаете. Хотите заработать $500, вы их заработаете. Хотите заработать $1000, вы их тоже заработаете. Инкрузис – это только инструмент. Мы занимаемся рекламой. Мы рассказываем о том, что присоединиться к нашему клубу и путешествовать шикарно, еще и в два раза дешевле. Когда вы приглашаете, рассказываете о том, что у нас можно зарабатывать, и человек покупает для себя лицензию, то пригласив такого первого партнера, вы зарабатываете $50. За второго партнера 60, за третьего 70, за четвертого 80, за пятого 90, 100 и так далее. Если эти регистрации на протяжении месяца. Начинается новый месяц, и вы снова со следующего месяца начинаете зарабатывать 50, 60, 70, 80. Я считаю, что рассказав об этом другому человеку, о его очень шикарном, выгодном отдыхе, о том, что здесь можно работать параллельно, вот вы ходите, например, на работу, вы можете создавать уже свой бизнес, купить лицензию, и обучиться и рассказывать про этот клуб. Вы, например, в декрете, вы тоже можете начинать осваивать новую профессию. Или, например, вы студент, вы тоже можете уже, вы будучи студентом, можете здесь осваивать новую профессию и уже зарабатывать здесь. И уже сколько у вас будет заработка, будет полностью зависеть от вас, и это очень здорово. Свободный график работы, полностью все зависит от вас. Очень мне нравится наша перспектива в карьере, друзья мои. Я хочу вам обратить... Добрый вечер, Алина. Добрый вечер. Очень хочу обратить ваше внимание на карьеру, которая вас ждет. Если этот бизнес вам нравится, если вам нравится самому путешествовать, если вы хотите рассказывать об этом другим людям, если вы хотите, чтобы ваша жизнь финансово была лучше, чем она сегодня, если вы хотите зарабатывать больше, чем вы сегодня зарабатываете, если вы хотите заниматься то, что вам нравится, и чтобы от вас зависели доходы, и, может быть, вы хотите зарабатывать $1000 или $2000 или $5000, если вы этого хотите, то это Инкрузис, это очень хороший инструмент для того, чтобы вы могли построить себе свою собственную карьеру. Смотрите, когда вы пригласили ваших 5 человек, вы едете в круиз бесплатно. И те люди, которых вы пригласили, они ведь тоже хотят бесплатный круиз. И у них свой круг знакомых. И они своему кругу знакомых рассказывают о том, что можно поехать в круизы за такие деньги, которых нет, ну, таких цен нет нигде. И ваши знакомые, они тоже приглашают по 5 человек. Вы пригласили 5, и ваши знакомые пригласили по 5. И ваша команда составляет 30 человек, 30 членов. Да, видите, вот второй столбик, 30 человек. И вот когда ваша команда составляет 30 человек, вы становитесь на первую ступенечку карьерной лестницы, вы становитесь маркетинг-директором, и вы начинаете каждый месяц получать лидерский бонус, а мы его называем зарплатой, да, $300.
Это самое первое такое достижение, когда вы уже стали, у вас уже есть команда 30 человек, вы уже зарабатываете ежемесячно $300, и вы начинаете распрямлять крылышки, и вы начинаете понимать, что это супер бизнес, потому что $300, я думаю, вот я жила 3 года в Швеции, даже в Швеции $300 – это тоже хорошие как бы дополнительные деньги. Или вот в Украине я, например, за эти деньги, приехавшие из Швеции, я за них живу. И не роскошь, не роскошь, нет, но они мне очень выручают эти $300. Если вам бы хотелось иметь дополнительно $300, вот как раз вокруг себя, за сколько, за полгода, может быть, вы создадите команду 30 человек, или за год вы создадите команду 30 человек, я не знаю, но вы обязательно к этому придете, помогая другим людям, чтобы они стали безоплатные члены, чтобы они тоже поехали в путешествие бесплатно. Вот за эту работу, что вы будете помогать другим людям, вы будете ежемесячно получать вот этот лидерский бонус $300. Но самое интересное начинается дальше. Смотрите, у вас команда 30 человек, и когда ваши 30 человек, они тоже хотят бесплатное членство, и они приглашают по 5 человек. И когда они приглашают по 5 человек, ваша команда постепенно становится 100 человек. Может быть, полтора года у вас уйдет, я не знаю. Но как только у вас будет 100 человек, ежемесячно вы будете получать $1000 лидерского бонуса. $1000 лидерского бонуса каждый месяц. Вот приходит 7 число октября, вы получаете $1000. Приходит 7 число ноября, вы получаете $1000. Приходит 7 число декабря, вы получаете каждый месяц вы получаете $1000. Это как зарплата. Но, конечно, на это надо поработать. Конечно, здесь организаторские ваши способности. Конечно, здесь лидерские ваши способности. Конечно, это ваши все способности, которые вы есть, вы их применяете. Но это стоит того, потому что, смотрите, когда ваша команда составляет 100 человек, они тоже стремятся пригласить по 5 человек. И постепенно ваша команда накопительно растет. И когда ваша команда будет составлять 250 человек, вы будете получать $2500. $2500 каждый месяц, $2500. И я думаю, что когда вы будете получать $2500, тогда вам будет уже нравиться и стиль жизни, который у вас появляется, и те возможности, которые у вас открываются, и то, что вы можете кому-то помогать в этот момент, родителям, детям, и то, что вы можете позволить себе больше путешествовать, покупать, кушать, какие-то свои, может быть, долги раздать, когда вы получаете уже $2500 каждый месяц. Но это же еще не останавливается, потому что вот эти 250 человек, они продолжают, они не смотрят на вас, они приглашают для себя 5 человек. И когда ваша команда составляет 500 человек, вы начинаете получать $5000 каждый месяц. И это правда. Я знаю людей, которые зарабатывают $300, я знаю людей, которые зарабатывают $1000, я знаю людей, которые зарабатывают $2500. Я знаю людей, которые зарабатывают $5000, $10000, $25000 и $55000. У нас в нашем клубе за 3,5 года уже 8 человек, которые зарабатывают $55000. Если вы амбициозны, если вы готовы взяться, знаете, и работать, то вас ждут эти $55000. Если вы будете очень много работать, организовывать, проводить семинары, я вам скажу больше, мы это делать будем вместе, потому что именно сейчас я приглашаю в свою команду тех людей, которые хотят жить по-другому, которые хотят зарабатывать много, которые хотят карьеру, которые хотят и амбициозны, и готовы для этого что-то делать, готовы работать. Но это работа рассказывать. Тяжелая работа, когда не привык, а когда привыкаешь к любой работе. Да, вот кто-то говорит, что я не умею рассказывать, кто-то говорит, а я вот не могу запомнить, но это все, всему можно научиться, да, всегда, вот любую, что, чем бы вы сегодня ни занимались, был первый день, когда вы этим начали заниматься, и когда вы только первый день этим занимаетесь, вы не знаете, как правильно, вы не знаете, вы не чувствуете себя комфортно, но когда вы работаете месяц, вы уже чувствуете себя комфортнее, вы уже больше знаете, вы больше понимаете, а когда вы работаете полгода, вы еще лучше знаете, вы уже чувствуете себя специалистом, а когда вы уже работаете год, вы уже понимаете, что вы можете научить другого человека, поэтому здесь имеет значение, насколько быстро вы самообучаемы, насколько вы быстро схватываете информацию, насколько вы умеете ее передавать, настолько быстро будет строиться бизнес, но даже если он будет строиться
не очень быстрыми темпами, даже если вы $1000 будете зарабатывать не через полгода, через год, через полтора, вы в любом случае двигаетесь в правильном направлении, потому что вас ждет большое будущее. И это правда. У нас есть программа «Быстрый старт» для тех, кто амбициозен. Программа «Быстрого старта» говорит о том, что если вы за 3 месяца создадите команду 30 человек, то вы будете получать $1000 каждый месяц, то есть за 3 месяца вы заработаете $3000. Друзья мои, кто хочет за 3 месяца заработать $3000? Смотрите, у нас в нашем чате сейчас, в нашей комнате сейчас есть человек, который выполнил это условие. Алина Юркова, это мой партнер, это замечательная женщина. Она знаете, она такая вдохновленная была, и она сделала это, и браво, она получила эти $3000. И это пример того, что это можно сделать. Хотя она была на расстоянии, она была в Финляндии, команда ее была в Украине, но она все равно это сделала. В основной массе Украина, но и другие страны тоже, да, Узбекистан, вот у нее тоже есть разные были страны подключены. Это делала она по интернету, по Вайберу, и вы это тоже сможете сделать, если вы этого захотите сделать. Я хочу показать вам примеры людей, которые за 3 года прошли карьеру и вышли на $55000. Ольга Родниченко – это женщина, которая раньше работала в театре. Ей очень нравилось выступать в театре. Потом в силу разных обстоятельств она ушла работать в туризм. И потом из этого туризма она потихоньку, когда она познакомилась с нашим клубом, она за 2,5 года сделала себе шикарную карьеру и вышла на вот самую высокую карьерную лестничку, о которой я говорила. Это борд-директор. Сама она из Самары. А построила бизнес в разных странах как раз с помощью Skype, Viber и тех инструментов интернета, которые у нас сегодня есть. Наталья Шевела – это наша украинская бизнес-леди. Эта женщина сказала своим детям и внукам: друзья мои, я, извините, не буду смотреть внуков, я буду заниматься бизнесом, я иду на 2 года в армию, и я хочу этот бизнес сделать быстро. И она его сделала быстро. Она зарегистрировалась в октябре 2016 года, а в январе 2019 года она стала борд-директором. Антонио Мартинес – это испанец, у которого бизнес, видите, Корея, Япония, Аргентина, Пуэрто-Рико, Испания. И это человек, который молодой, амбициозный, горячий, и он тоже вышел, сделал себе карьеру. Юлия Чистова – это девочка из деревни, из Белоруссии, и она строила свой бизнес через интернет. 9 месяцев у нее очень мало что получалось, она уже начала расстраиваться, а потом у нее пришли в команду лидеры, и на сегодняшний день ее команда составляет более 20 тысяч людей. Пришла она в марте 2017 года, и в декабре 2018 года она уже была борд-директором. Сантьяго – это мужчина из Пуэрто-Рико. Мы видим, что и Корея, и Япония, Пуэрто-Рико, Соединенные Штаты, Панама, и он тоже, в его команде тоже более 20 тысяч людей. Это не его личные люди, это люди, которые он построил сеть таких людей, которые с одной стороны хотели путешествовать, с другой стороны хотели зарабатывать, и помогал и тем, и другим. Удивительная женщина Салтанат Шаймарданова из Узбекистана. Она построила бизнес там, где абсолютно нет моря, где степь, где песок. И представьте себе, она тоже построила этот бизнес. И у нее бизнес в Казахстане, России, Кыргызстане, Соединенные Штаты и Узбекистан. Соединенные Штаты присутствуют везде. Аугустин, Аргентина, Испания, Чили, Эквадор, Мексика. И это тоже молодой парень, который построил себе карьеру.
Друзья мои, я вас приглашаю, если вы еще не в нашем клубе, я, конечно же, вас приглашаю. И я вам желаю, чтобы ваша жизнь стала более красочной, более интересной, более насыщенной, чтобы она вышла на другой финансовый уровень. И если вам понравилась наша с вами встреча, если вы зажглись, у вас появилось внутреннее желание к нам присоединяйтесь, мы будем рады вам, мы будем передавать вам свой опыт, мы будем вместе сделать общее дело, помогая другим, улучшая жизни других людей, мы улучшаем свое собственное. Спасибо вам за то, что вы сегодня были со мной. Вы можете написать сейчас вопросы. Если у вас сейчас есть вопросы, я на них отвечу. Если вы не будете писать вопросов, если у вас нет вопросов, обратитесь, пожалуйста, к тем людям, которые вас сегодня пригласили. Возможно, вы сегодня поспите ночью, и ночью у вас будут сниться корабли или бизнес. И завтра утром вы проснетесь, вы обязательно перезвоните этому человеку, который вас сегодня пригласил на встречу, и обязательно с ним поговорите. Скажите, что мне понравилось путешествие, я бы хотел путешествовать на круизном лайнере. Или мне понравилось то, что я могу теперь создать свой собственный бизнес вот, в путешествиях. И я понимаю, что это людям надо. Пожалуйста, Мила, очень рада. И вы обязательно не оставьте вопросы, изменяйте свою жизнь к лучшему. Инкрузис – это шикарный инструмент, чтобы ваша жизнь стала намного лучше, намного интереснее, намного привлекательнее и более высокого финансового уровня. Чего я вам желаю, пусть ваша жизнь изменится намного-намного лучше. Мне понравились каюты с балконом. Ну, есть цель, значит, будет каюта с балконом. Данил, все в наших руках. Вот если мы что-то хотим, нам надо нацелиться на это, и все у нас будет. Такая жизнь. На что нацеливаешься, то и имеешь. Я вам желаю, чтобы наступил момент, когда вы поехали в круиз, и у вас была каюта с балконом, чтобы вы пили кофе на балконе. Возможно, это будет романтическое путешествие. Я вам этого желаю, потому что это просто фантастически, это просто замечательно. Спасибо, друзья, вам за сегодняшний наш вечер. В следующий раз мы встречаемся в пятницу в 21:00, приглашаю вас по Киеву, по Москве, приглашаю вас, приходите, мы будем, ждите скоро от меня фотки и видео с круиза, Любушка нам пишет, вот она как раз в субботу уезжает в круиз, а в пятницу мы с ней вместе будем делать совместную презентацию, она будет рассказывать про круизы, я буду рассказывать про финансы. Поэтому приходите, присоединяйтесь, приглашайте ваших знакомых, приходите еще раз сами, еще раз прослушайте. Возможно, вы второй раз услышите что-то новое, потому что ни одна презентация не похожа на следующую. Каждый раз можно услышать что-то новое. Алина Юркова пишет, завтра в 21:00, в 12:00 и в 21:00, то есть две презентации, одна будет утром, другая будет вечером, в 12:00 по Киеву и в Москве, и в 21:00 по Киеву и в Москве. Алина Юркова завтра будет читать презентацию, присоединяйтесь, пожалуйста, в этой же комнате, по этой же ссылочке, присоединяйтесь, послушайте Алину Юркову, это человек, который сделал быстрый старт и заработал 3000 долларов, поэтому ее стоит послушать, поэтому сразу записывайте себе в планы на завтрашний день на 12 часов или на 21:00, во сколько вам удобнее, сберегите сегодняшнюю ссылочку и присоединяйтесь к презентации завтра. Всем хорошего вечера, спасибо за нашу встречу и до следующей встречи. Пока-пока!